Впрочем, подробнее о законе мы поговорим с одним из разработчиков документа, депутатом Мажлиса Бейбетом Мамраевым. Приветствуем вас в студии итогов дня. Добро пожаловать. Парламентарии успели принять данный закон буквально в канун Дня защитника Отечества и Дня Победы. Вот расскажите, пожалуйста, какая работа была проведена в стенах парламента и для чего был нужен данный закон? Парламент принял закон о ветеранах, и сегодня, в День защитника Отечества, президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал этот закон, и он вступает в свою силу. Этому закону предшествовала большая работа. Закон, актуальность этого закона поднималась давно, поднималась самым сообществом, ветеранами поднималась. И когда законопроект попал в Мажлис парламента, то естественно, что законопроект начал активно обсуждаться. И буквально на рабочих группах, куда входили депутаты, куда входили представители всех фракций, представители общественных организаций, буквально каждую статью со всех сторон, в общем-то, доводили до совершенства. Сам законопроект, он не очень большой, порядка 20 статей, тем не менее, он упорядочивает то сегодняшнее действующее законодательство. Ну а какие принципиальные новеллы содержит данный документ? Знаете, я думаю, прежде всего, этот законопроект о ветеранах, он о ветеранах Великой Отечественной войны. И перед ветераном Великой Отечественной войны мы всегда в вечном долгу. И этот законопроект, он систематизирует и создает предпосылки для более действенного оказания поддержки в социальном контексте. И в законопроекте определены 5 важных категорий ветеранов, в соответствии с которым будет оказана социальная поддержка государства. Ветераны Великой Отечественной войны – одна категория. Другая категория – это ветераны Отечественной войны, участники боевых действий на территории других государств. Ветераны приравны по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны. Ветераны труда. Вот такие категории определены. А вот что касается размеров пособий, вот как они рассчитывались? И теперь самый главный вопрос, как ветераны могут их получить? Какие нужны документы для этого? Ну, ведь размер рассчитывались, исходя из расчетного показателя месячного. И здесь, в этом по новому закону, значит, нужно будет подавать документы на перерасчет, скажем так. Это ветеранам, участникам боевых действий, прежде всего. Остальные ветераны, которые ранее получали, им не нужно ничего заново перепроверять, поскольку это будет сделано в том режиме, который по тем нормативным правовым актам, которые разработал Министерство труда. Вот смотрите, получается, вот ветеран услышал, да, и вместе со своими родственниками, естественно, они, наверное, будут помогать. А вот конкретно, пошагово, что вот делать? Собрать какой-то пакет документов, идти в ЦОН? Вот как вообще эта процедура будет осуществляться? Да, значит, нужно будет собрать необходимый пакет документов и представить этот пакет документов в ЦОН, в правительство для граждан по месту жительства. К примеру, та категория, которая вновь вот в этом законе определена, это ветераны боевых действий. Ранее ветераны афганской войны, к ним теперь ветераны боевых действий, которые на территории других государств, в частности, вот это участники боевых действий на таджикско-афганской границе, Ирак, Нагорный Карабах. Они соберут документы, и эти справки они возьмут в Министерство обороны, или же могут взять представить архивные материалы. Затем этот пакет документов они представляют по месту в правительство для граждан. После получения этих документов им выдается удостоверение, и на основе этих удостоверений они могут пользоваться всеми другими преференциями, налоговыми, иными преференциями, предусмотренными данным законодательством. Ну вот вы упомянули как раз налоговые преференции. Вот что касается воинов-афганцев, какие конкретно налоги, преференции по налогам они получат? По каким налогам? По налогам, значит, по жилью они имеют возможность. Далее налоги преференции в части автотранспорта, пользования автотранспортом. Вот, то есть налог на транспорт? Да, налог на транспорт, да. Поэтому, когда мы это все обговаривали с другими членами рабочей группы, это в целом достаточно заметные налоговые преференции. Ну а действия закона вступают
силу? С момента подписания или все-таки через какое время? Потому что ну, с какого времени начинает действовать закон, и с какого времени люди уже могут нести документы? Ну, в принципе, вступает в силу с момента подписания, и в этом, на этот год предусмотрена сумма порядка 2 миллиардов. Это я бы не сказал, что это большая сумма, но вместе с тем я хотел бы, чтобы люди знали, что государство всегда будет оказывать и развивать свою социальную политику, и по мере развития экономики, помимо улучшения социально-экономических возможностей, конечно же, эти преференции, эта забота будет только увеличиваться. Спасибо большое за интервью. Я напомню, у нас в гостях был депутат Мажилиса парламента Бейбит Мамраев. Я думаю, ветераны уже и ветеранские организации оценили эту помощь от государства, и будем ждать, когда же все-таки уже можно конкретно будет получить эти пособия. Спасибо за интервью.